Областной слет молодежных семей ставит перед собой простые, но важные цели – повышение престижа семьи в современном обществе, содействие возрождению в семьях утраченных традиций семейного отдыха, организация содержательного досуга и развитие личностных качеств и коммуникативных навыков. Слет молодых семей у нас имеет большие традиции, уже проходит 17 раз. Конечно, мы каждый раз стараемся менять формат, потому что раньше у нас было такое выездное мероприятие, больше культурно-спортивного характера. Сейчас уже второй год подряд мы делаем акцент на условно воспитании, на открытых диалогах, на различных таких моментах и аспектах, которые должны укреплять семью. Семьи у нас представлены из многих регионов Брестской области. Хотелось бы сказать, действительно, это молодые семьи. И знаете, когда мы объявляем набор на мероприятие, имеет большой отклик, потому что действительно хорошие традиции у конкурса. Конечно, одним из важных то, что здесь на площади Свободы есть центр наглядной профилактики. И именно по профилактике негативных привычек. Это очень важно, потому что здоровье нации – это, наверное, основа сильного государства. В этом году программа «Слёта» сакцентировала внимание на психологии и выстраивании здоровых отношений. Ведь молодые семьи все еще проходят этап притирки и привыкания к совместной жизни. Участников «Слёта» ждали тренинги, беседы с врачом о культуре здоровья и семейная интеллектуальная игра. В первую очередь предложили на работе, да. Ну и почему бы не поучаствовать в такой интересном мероприятии, еще не раз не участвовали. Ну и тем более как молодая семья, хотелось принять участие вдвоем уже где-нибудь. Какую программу, учитывая сколько сегодня психологических тренингов? Очень интересная будет, ну, по всей видимости. Вот. И тренинги это тоже как-то развивает, поэтому мне кажется, что ну, это все будет очень захватывающе и интересно. Нам в дальнейшем интересно развитие семьи, воспитание наших детей, передача опыта, и надеемся получить на форуме. Ну и также провести вместе с супругой время, которого не так много мы можем уделить друг другу, и также из-за детей, и за работы. Особенным подарком в канун Нового года для молодых семей стала поездка в Беловежскую пущу. Все участники слета получили приятные эмоции, новые совместные воспоминания, а также сувениры и памятные подарки от организаторов. Василина Буцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лемонтович, Новости Бреста.